значит относиться с пониманием к царю? Или, может быть, мы сегодня отнесемся к пониманию и разойдемся по домам? Нет! Не слышу! Нет! Конечно, мы не будем это терпеть. Это полное издевательство. Сегодня обещали плохую погоду, но вы видите, сегодня нам даже погода благоволит. Сегодня отличная погода, но, к сожалению, повестка у нас сегодня не столь радостная, как и погода. Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить пенсионную... Вы знаете, я даже не могу произнести реформу. У меня даже язык не поворачивается называть это реформой. Это что угодно. Чушь какая-то. Издевательство пенсионное. Надругательство. Но не реформа. Мы считаем это пенсионной реформой? Нет! Это пенсионная реформа? Нет! Конечно, нет. И мы никогда не будем считать это пенсионной реформой. Это чушь. Просто повысили пенсионный возраст, чтобы заткнуть дыры в бюджете. Это просто чушь. Поэтому у меня просьба ко всем выступающим сегодня. Не произносите словосочетание «пенсионная реформа», потому что это пенсионной реформой не считается, не является. Как угодно, но не пенсионная реформа. И русский язык богат эпитетами, поэтому можно подобрать их много, да? Поэтому также хотелось бы немножко обозначить регламент. У нас сегодня есть определенное количество участников, которые планируют выступить. И мы дадим также слово всем тем, кто будет выступать спонтанно в рамках открытого микрофона. Так что если у вас есть желание выступить, высказать свое мнение об этом, то не стесняйтесь, готовьте речь, у вас, скорее всего, будет такая возможность. Ну, я говорю «скорее всего», потому что вдруг слишком много желающих, да, будет. А так мы дадим слово всем и каждому. Нам не важно, какие вы политические взгляды сейчас здесь исповедуете, да? Не исповедуете, это же все-таки не религия. Да, имеется в виду, каких вы взглядов. Нам главное, чтобы вы, как и мы, поддерживали то, что это не пенсионная реформа, чтобы вы были против. Если это так, то мы с вами сегодня соратники, союзники в этом вопросе. По поводу временных регламентов, ну, мы не будем прям жестко ставить какие-то временные ограничения, да, то есть там 5 минут на выступление, но, пожалуйста, отнеситесь с пониманием, ну, минут 10-15, не больше, да, то есть старайтесь, чтобы было кратко, по делу и в рамках повестки. Вот, я за собой оставляю право прервать выступающего, но, надеюсь, это не придется делать. Вот, а сейчас я хотел бы пригласить на данную сцену первого выступающего. Это Денис Радченко, гражданский активист. Давайте похлопаем ему. Привет, меня зовут Денис. Я много своих знакомых агитировал сегодня прийти на митинг. Многие из них сказали, да, мы против повышения пенсионного возраста. Нам это не нравится. Но мы ничего не изменим. Я хочу рассказать вам про историю успеха. Слишком часто мы сталкиваемся со словами, что мы ничего не можем изменить, мы все маленькие, а власть, она большая, она все решает. Весной этого года на территории 27-й школы хотели делать уплотнительную застройку, строить 9-этажный дом. Весной этого года на территории 27-й школы хотели строить 9-этажный дом, уплотнительная застройка. Но жители собрались вместе, кто-то собирал подписи, кто-то писал письма прокуратуры и другие органы. Было общественное слушание, где большинство жителей сказало, что они против. И за несколько месяцев жители, в том числе и я, отбили эту стройку. Очень много людей в этом участвовало. И у нас получилось. Приехал Игнатьев, сказал, что мы не будем ничего строить, стройки не будет. Прокуратура добилась увольнения заместителя Ладыкова, потому что нашла нарушение насчет строительства этого дома. Я хочу просто сказать, что если мы будем постоянно действовать вместе и бить в одну точку, у нас получится. Не надо опускать руки. Это хороший способ, что у нас все будет замечательно. Я хотел бы сказать по поводу пенсионной системы. Обычно, когда говорят «пенсионная система», думают о людях, которые либо пенсионеры, либо те, кто выйдут на пенсию скоро. Но эта пенсионная система касается меня. Мне 32 года, и я уже думаю, как я буду жить на пенсии.
что я плачу налоги, и я хочу быть уверенным, чтобы к моменту, когда я выйду на пенсию, у меня была достойная жизнь. Поэтому я не верю в так называемую пенсионную реформу современную, просто потому что есть опыт. За 10 лет было несколько изменений пенсионной системы. Помните, когда-то была накопительная пенсия, вы сами ее платили, а еще можно было заплатить 14 тысяч рублей, и государство вам заплатит тоже 14 тысяч рублей на счет пенсионной системе. 12? Я чуть на это не купился. Честно говоря, я сидел 2 выходных с калькулятором, считал, и все выглядело красиво. Но я в итоге это не сделал, и сейчас бы мои деньги куда-то бы делись. А потом, помните, еще были баллы пенсионные? Что мы считаем не деньгами, а мы считаем баллами. Они тоже делись. Сейчас другая система. Это же 2 года назад было, или 3 года назад. Что будет через 30 лет, через 35 лет, когда я подойду к пенсии? Какая будет пенсионная система? Я не хочу, чтобы правила игры менялись каждые 2-3 года. Пенсионная система – это то, что касается всех, кто сейчас работает, и он должен быть уверен в том, что когда он уже не сможет работать, он достойно мог жить, отдыхать и заниматься своими любимыми делами. Я против повышения пенсионного возраста, я против изменения пенсионной системы в угоду временным каким-то результатам. Она должна быть постоянной и нерушимой. Да. Спасибо большое, Денис. Сейчас я с гордостью хотел бы представить Степана Степановича, который расскажет свое мнение и видение о пенсионном грабеже, который сейчас происходит. Степан Степанович, прошу вас на сцену. Давайте похлопаем! Здравствуйте. Сегодня красного флага не оказалось. Вы согласны, что красный флаг нам всем ближе? Да! Да здравствует Советский Союз! Ура! Так, теперь по реформе. Не буду называть ее реформой. По Конституции написано, что каждый гражданин, мужчина, 60 лет выходит, а женщина в 55, если нет особых условий. Значит, Путин, или, скажем, пусть Медведев, был зачинатель этой, как бы называемой, реформы, нарушитель Конституции. Значит, Медведев кто? Вор. Нарушитель, преступник, который предал нашу Конституцию, хочет ее изменить. А вместе с ним и Путин. Я не просто как коммунист, да, я вступил в партию в день инаугурации президента, в знак протеста нечестных выборов, общаясь с Навальным уже в течение года. Я рад с ним, что общаюсь. Мы изучаем законы, конституцию. Соответственно, просто сидеть дома каждому, ну не повезло, они буквально вот в моем дворе находятся. Поэтому призываю всех, общайтесь, присоединяясь к партиям. Вот скажите, есть здесь сегодня тех, кто себя считает членом Единой России? Есть? Где голос? Кто? Кто у нас в Единой России? Нету их. А вот, скажите им, идите выступайте на митинге за повышение пенсионной реформы. Кто-нибудь из них выйдет на этот митинг? Нет. А мы здесь все собрались. Коммунисты, разные есть флаги. Поддержать теперь уже партию Навального с этим грабительским грабежом. Конечно, мог бы сказать еще и больше. Молодые могут спросить, а где вы были 30 лет назад? 30 лет назад я могу сказать, я выступал за произвол, против произвола КПСС. А вы знаете, КПСС за год с 14 миллионов сократился до 1 миллиона. То есть все руководители, которые сегодня, тогда сели, потом их так называемые, как их сегодня называют уже... Элита? Нет. Ельцин оставил Путина как? Преемники. Преемники. Вот.
Сегодня все те предатели-коммунисты, которые были на верхушке, они своих преемников понаставили и также продажной власти услужливо служат. Кто скажет, что Путин и Медведев преступники, нарушившие Конституцию России? Кто? Да или нет? Да! 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 Мы против. Я даже сюда привел внучку. У меня сосед говорит: а я, говорит, ты же пенсионер. Ну и что? А у тебя, вот, говорит, дети есть? А дети, говорит, у меня с границей. А внучки есть? А внучка, говорит, я, говорит, не знаю, где они будут жить. То есть нельзя, да, внучки, племянники, родственники. То есть надо придерживаться принципа: мы все должны быть едины. Более того скажу, включаясь в партии разные, надо включиться еще в избирательной комиссии, чтобы следить за этой воровской нашей властью. Да, наша власть, она. Каждый народ заслуживает своей власти. От нашего безравнодушия зависит будущее России. Если не будем равнодушны, значит, мы можем что-то изменить. А этой преступной реформе долой! Нет повышению пенсии! Нет повышению пенсии! Нет повышения пенсии! Возраста! Возраста! Пенсионного возраста! Ёкарь-макарь! В эфир же идешь! Нет повышения пенсионного возраста! Нет повышения пенсионного возраста! Нет повышения пенсионного возраста! Нет повышения пенсионного возраста! Нет нарушений Конституции! Нет нарушений Конституции! Спасибо! Спасибо, Степан Степанович! На самом деле очень важные вещи Степан Степанович озвучил, да? Вы все понимаете, что если вы будете сидеть дома и говорить: ну вы знаете, ничего же от нас не зависит, все за нас решили, то, конечно, так и будет. Сейчас они вначале НДС подняли, мы смолчали, всех все устроило. Заметьте, никто не был против того, что подняли НДС на 2%. Ну, я предполагаю, что люди просто не понимают, что такое НДС. Они думают, что это же юридические лица платят, это же не мы платим. А на самом деле НДС платим мы. В Германии вот недавно были протесты из-за того, что подняли проезд в общественном транспорте на 3%. На 3% люди вышли на улицы из-за этого. У нас постоянно поднимают проезд. И ничего, мы как-то спокойно, с пониманием относимся, да? Но это уже никуда не годится. Если мы сейчас будем сидеть дома, лежать на диване и говорить, что от нас ничего не зависит, то так оно и будет. Они поднимут пенсионный возраст еще, скажут: а зачем пенсии платить, мы вообще их отменим, пусть люди сами себе копят на пенсии, люди же сознательные у нас, разбираются. Вот, поэтому ни в коем случае не лежите на диване. Но вы, в принципе, уже не лежите на диване, все присутствующие, за что вам спасибо. Сейчас я хотел бы пригласить на сцену Александра Парамонова, волонтера штаба Навального и предпринимателя. Саша, тебе слово. Спасибо, здравствуйте все. Меня зовут Александр Парамонов, я индивидуальный предприниматель. И о чем я хочу поговорить сегодня, так это о том, что затронуто нечто большее, конечно, чем пенсии в этом вопросе. За последний месяц те из нас, кто следил за публикациями Фонда борьбы с коррупцией, знает много нового из жизни пенсионного фонда, очень непрозрачной структуры. Об их автопарке за 110 миллионов. Простите. О роскоши, в которой живет глава пенсионного фонда и прочее. Но я хочу рассказать не об этом немножко. Об этом мы еще узнаем очень многое в ближайшие месяцы, как только эта непрозрачная структура начнет раскрываться. Я хочу рассказать о другом. За последний год я поговорил. За последний год я поговорил с очень большим количеством чебоксарцев, буквально с тысячами. И поэтому знаю, что в Чебоксарах, по крайней мере, пенсия воспринимается как нечто большее, чем просто какая-то финансовая компенсация. Пенсия воспринимается чебоксарцами как форма свободы. Форма свободы, которая заставляет их терпеть
начальника, которым не нравится, чтобы он не уволил их перед пенсией. Форма свободы, которая заставляет их терпеть неприятную работу, потому что поиск новой отсрочит пенсию на несколько месяцев. Форма свободы, которая позволяет им проводить больше времени с семьей или за хобби. Ухаживать за садом, который им нравится, и заниматься, чем они хотят. И когда пенсионный возраст повышается, это как лишение народа мечты и свободы. Я считаю, что свобода – это основа здорового государства. И свободы лишать людей категорически нельзя. Поэтому я протестую против повышения пенсионного возраста на этом основании и считаю, что эта инициатива только на этом основании должна быть немедленно отменена. Да! Да! Отмену! За отмену повышения пенсионного возраста! За отмену повышения пенсионного возраста! За отмену повышения пенсионного возраста! Ура! И еще вторая у меня история. Это о том, что, конечно, правительство даже не пытается убедить нас в этой реформе. Извините, не реформе, конечно, грабеже. Аргументами. Не публикуются никакие цифры. Те изменения пенсии никак не обосновываются, которые они нам проталкивают про 1000 рублей. Поэтому я считаю, что нужно еще сказать на эту тему. Правительство не находит одобрения и поддержки в этой инициативе, иначе как среди себя. Это означает, что Путин подвел нас в самом первом, самом базовом, что требуется от главы государства, это собрать и сформировать правительство, которому население может доверять. Поэтому я также выступаю за требование отставки этого правительства. И если Путин не может сформировать правительство, которому мы можем доверять, то он должен уйти в отставку как недееспособный президент, не способный выполнить самое базовое требование, которое предъявляется главе государства. Спасибо. Путина в отставку! 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 Спасибо. На самом деле, да, действительно, главный аргумент жуликов в том, что, ну вы знаете, вы же не будете вот получать пенсию, а значит будете работать, а так получали бы пенсию, лежали бы дома на диване, спились бы, умерли бы, а так вы будете поддерживать себя в хорошей физической форме. Это чушь! Конечно, чушь! Кто мешает получать пенсию и работать? Кто? Кто-то скажет, нет, и сиди дома, получай пенсию, ты не будешь работать. Это дело каждого. И дело тут не в том, что ты не можешь не работать. Поэтому это чушь, и в это мы верить не будем. Сейчас я хотел бы пригласить на сцену Галину Синотову, гражданскую активистку. Пожалуйста, просим. Всем здравствуйте. Я приветствую молодежь, которая пришла и которая протестует против повышения пенсионного возраста. Но я также приветствую тех пожилых людей, которые уже на пенсии, включая себя. Мы также против повышения пенсионного возраста. Та 1000, которую нам власть обещает, это, знаете, бесплатный сыр в мышеловке. И сейчас, если еще кто-то из стариков ведется на эту 1000, я вам объясню. Для того, чтобы нам индексировать пенсию, ежегодно издается указ о индексации пенсии на рост потребительских цен. Вы хоть один указ видели, что нам нужно проиндексировать пенсию? Могут проиндексировать пенсию на 1000 рублей. Если, может быть, я пропустила такой закон? Поднимите руки. Никто не видел. То есть власть нас обманывает. Далее нам говорят, повышен уровень жизни, повышен уровень благосостояния народа. Вы сейчас этого еще, может быть, не осознали. Но я 3 года бьюсь с повышением тарифа на сбор и вывоз ТБО. Когда я пришла в прокуратуру и показала документы, под которыми стоит подпись
Игнатьева, под которыми стоит подпись Моторина, под которым стоит подпись Ладыкова, госслужбы по тарифам, все подписи. Вы знаете, прокуратура мне сказала, нарушений нет, все нормально, все на уровне закона. Единственное, что я хочу сказать, спасибо, и не только спасибо, а поклониться, вы знаете, как ни странно, нашему Министерству внутренних дел Чувашии, а конкретно управлению по борьбе с экономическими преступлениями. Вот там ребят молодцы. Сейчас об этом уже можно говорить. За управление отходами. Это те москвичи, которые пришли к нам на территорию и забрали весь мусорный бизнес себе, выдавив всех конкурентов. А кто такие конкуренты? Это наши местные мелкие бизнесмены. Так там сейчас проведена выемка документов. И уже доказано, что нас обманули. Нам выставили расход 2,4 миллиарда. За что? За уже готовый полигон и за реконструкцию мусороперегрузочной станции в Чебоксарах. Кто там был, кто ее видел? Нормальное здание, часть не... В стороне выступить против этого так называемого пенсионной реформы, которая на самом деле называется пенсионный грабеж. Недавно в своем обращении президент Путин признал, что у нас есть проблемы в стране, что у нас дефицит пенсионного фонда. Да, у нас дефицит пенсионного фонда, но дефицит пенсионного фонда создан искусственно. Так ведь? Да! А эти деньги уходят на роскошь дворцов, яхты, на различные роскошь чиновников. Эти деньги уходят на финансирование структуры Росгвардии, которая будет защищать власть. Эти деньги уходят на реставрацию Капитолия, Капитолия, которая в Венесуэле. Но деньги тратятся не на пенсии, не на нас, народ. А тем временем пропаганда с телевидения нам пичкает, втирает то, что у нас все прекрасно, все хорошо у нас в России. И агитирует при этом за повышение пенсионного возраста. Типа, что это повышение пенсионного возраста – это благо, и типа даже, что это молодость продлевает. Это вообще смешно. Когда ты видишь на всяких продажных передачах, ток-шоу, когда видишь пенсионеров или простых граждан, типа якобы радуются повышением пенсионного возраста. Да это самый настоящий бред! Это самая настоящая чушь! Так или нет? Потому что, во-первых, у нас деньги есть, чтобы платить пенсии. Для этого давным-давно Единая Россия там предлагала, что каждый гражданин России будет получать долю богатств от природных ресурсов. У меня вопрос. Вы получаете долю богатств от природных ресурсов? Нет! Почему бы вы не ввести бы прогрессивную шкалу налогов? Почему олигарх платит наравне с рабочим 13%? Почему они нам повышают НДС до 20%? Хотя Путин недавно перед выборами обещал, что он не будет повышать НДС. Но власть солгала. И все-таки повысила. И вы увидите, какие будут цены с 1 января 2012 года. Уже сейчас. 19-го, да. Вопрос, зачем нам нужна такая власть? За переуправление этой власти, за период 25 лет этой правления власти, за период правления Ельцина, Путина и Медведева ни один законопроект не был принят ущемляющих там богатых или олигархов. Зато у нас есть много законопроектов, ущемляющих нас с вами, граждан России. Вопрос, зачем нам нужна такая власть? Нам нужна такая власть! Нет! Зачем нам нужна такая Госдума, где большинство депутатов и единороссов, голосующих за это повышение пенсионного возраста? Зачем нам нужна такая правительство, которое выдвигает антисоциальные, антинародные законодательства? Зачем нам нужен такой президент, который обогащает олигархов и обнищает народ? Отставку! Мы требуем отставки всех депутатов, единороссов, голосовавших за повышение пенсионного возраста, всех 238 депутатов Государственной Думы фракции «Единая Россия», голосовавших за повышение пенсионного возраста. Мы требуем в отставку Медведева и его правительства. И также мы требуем в отставке Путина, как главный виновник торжества. Путина пора на пенсию уже. Ему уже 66 уже с чем-то. Но ему уже пора же на пенсию.
Путина на пенсию! Путина на пенсию! Путина на пенсию! Путина на пенсию! Он на пенсии уже. Он уже на пенсии. Давай эту власть. Спасибо. Спасибо, Роман. А сейчас я хотел... Партия ЛДПР. Буквально месяц назад в городе Чебоксары проводился праздник под названием «День города». И его слоганом был «День города, день гордости». Так вот, на самом деле, день гордости – это сегодня. Сегодня, когда здесь я вижу... Наверное, больше тысячи человек, которые пришли сюда по собственной доброй воле, пришли сюда с благими намерениями, пришли сюда для того, чтобы сказать, что они здесь не пустое место. И да, действительно, вы здесь власть. Вы единственный источник власти в Российской Федерации. Так записано в Конституции. И я, как депутат Государственного Совета, посчитал, что несмотря на то, что, наверное, я здесь единственный буду от депутатского корпуса всей Чувашской Республики, но это мой долг прийти сюда и рассказать свое мнение, рассказать свою позицию, рассказать, как этот законопроект проталкивался, в том числе через Государственный Совет Чувашской Республики. Но начну я немножко с другого. Начну я с вопроса к организаторам митинга. Неужели вы утаили от главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева? Неужели вы утаили от председателя Государственного Совета Чувашской Республики господина Филимонова о том, что сегодня здесь будет проходить такой многочисленный митинг? Вы что, им не сообщили об этом? Они были не в курсе? Просто, насколько я знаю, когда у нас проводится 1 мая, 9 мая, проводится любое большое мероприятие, да даже та же самая зарядка со звездой, эти люди всегда на острие атаки, и они всегда там есть, им всегда дается первое слово и вип-ложа, так же, как и на дне города вышеупомянутого. Так почему я их здесь сегодня не вижу? Где остальные депутаты Государственного Совета, которые, между прочим, получили, каждый из единороссов получил тысячи обращений от вас, граждан? Это действительно вовсе не реформа, ее было бы неправильно так не называть. Давайте представим, что у нас будет и следующая какая-то реформа, например, реформа здравоохранения. И суть ее будет скатываться буквально к тому, что вам с завтрашнего дня будет бесплатной медпомощи просто-напросто отказано. Это будет реформа? Нет, это будет просто-напросто отъем этого социального обязательства, которое государство должно брать на себя. Поэтому действительно, это никакая не пенсионная реформа, это обычный пенсионный лохотрон. К сожалению, в нашей стране через каждые 10-15 лет происходят такие вещи. Это и всем известная приватизация, это всем известные ваучеры, различные другие вот такие вот изменения, которые всегда делались сверху, никогда народ о них не просил. И сейчас происходит то же самое. Два десятка лет страной правит одна партия. И именно ее идея провести эту пенсионную реформу. И это, как я уже сказал, не что иное, кроме как пенсионный лохотрон. Посмотрите на новости. Мы все знаем, что у нас действуют мошенники под видом каких-то касс взаимопомощи. Когда каждый человек может туда вложиться небольшими деньгами, они обещают большие проценты, это называется финансовая пирамида. Что происходит с финансовой пирамидой, когда она... Я далек. Я не поддерживаю яро какую-либо политическую партию. И, в принципе, я далек от политики. Но я не смог остаться сидеть дома сегодня и пришел сюда, потому что я против повышения пенсионного возраста. И я хочу сказать две вещи. Первое. Никогда не молчите, если вас что-то возмущает. Потому что если молчать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мне кажется, сейчас власть смотрит, как ведут себя граждане. И если граждане будут вести себя пассивно, сидеть дома и ничего не делать, то, извините, с такими людьми можно делать почти все, что хочешь. И если ничего не говорить, то скоро начнут ноги вытирать. Поэтому я считаю очень важно выходить, не молчать, говорить о том, что мы против. Да. Потому что сегодня законный митинг. И мне кажется, очень важно сказать власти, что вот мы есть, и нам это не нравится. Что не надо так делать. И знаете что? Если я против всяких радикальных политических лозунгов, там, на вилы, долой и прочее. Но я считаю, что если выходить, договариваться, разговаривать с властью, а как по-другому? Написав много комментариев в интернете, большого не добьешься. Нужно учиться выходить на улицы, не стесняться, потому что только тогда получится диалог с властью. Они нас услышат, они увидят, что мы против. И если нас будет много, и мы будем активны, власть просто придется с нами договариваться, просто придется идти на уступки.
Я разговаривал со знакомыми. Все против. Все против повышения пенсионного возраста. Но они не выходят. Они... Все они возмущаются, скрежетят зубами, шипят на кухне с женой. Козлы отняли у нас пенсию. Но не выходят. Кто-то боится, трусит, кто-то ленится, кто-то говорит, что у меня есть в это время важные дела. Но я на это могу сказать, ребят, у вас есть дела на миллион, ведь за эти пару часов у нас забирают 850 тысяч рублей за 5 лет пенсии. Это почти миллион. И неужели у кого-то есть дела на почти миллион? И меня лично это касается. Я... Говорят, критикуешь, предлагай. И я вот немножко вникал в ситуацию, пытался понять, и у меня есть...